Телезрители, уважаемые журналисты, настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. Немедленная сдача в органы внутренних дел незаконного оружия, а также освобождение административных и общественных зданий, разблокировка всех улиц, скверов и площадей. Вооруженные люди должны уйти с улицы. Должна быть обеспечена нормальная жизнь граждан Украины, как в Киеве, так и в других регионах Украины.